Дорога вспотела. Значит, где-то здесь стекает вода. По-моему, сейчас будет вход в туннель первый. Вот мы вышли к первому туннелю. Дай загляну сперва. Но он и не маленький, но и небольшой. Юля пошла. Ну, пойдем посмотрим. Это очень хорошо, что нам не пришлось идти в гору. Потому что эта гора над нами очень высокая. Так, здесь вообще мокренько. Так, дорога немножко усложнилась. Не, ну здесь по суше. Там кусочек мокрый. А здесь ступеньки такие с наклоном. Да, с наклоном, круто. Держаться надо за поручни. Ну. Мне кажется, вверх легче, чем вниз. Вниз ты все время видишь, как оно все падает, да? Дорога. Вот такая. Ну все вроде как. Ай. Ну есть немножко. Вот, ребята, мы прошли 2 километра 200 метров. А осталось 4. Так, вот, ребята, мы вышли на небольшой участок прямого пути по склону. Тут даже нет ограждения, тропинка широкая, растительности больше. И вон впереди мы видим еще один туннель. А здесь вообще хорошо бежать можно. Здесь балкончик у нас такой красивый, с карнизом. Вообще интересно, мне нравится. А, вот второй, а вон тот третий, Анна. Где? Вот второй, его было не видно, а вон третий, вон он. А может, там его видишь? А может, это вход, а то выход. А может быть и так, не знаю. Вон. Ничего не знаю. Все, идем. Второй туннель. Туннель с поворотом, елки-палки. А он короткий. Что тут интересного? Вот куда мы вышли. На следующий карниз. Thank you.
Вот опять же, смотрите, на какой высоте мы находимся все-таки. Как далеко он, дно внизу. Дна даже, честно говоря, не видно. Зависли мы в середине, между верхушками и дном. После 4-го туннеля дорога, говорят, вообще уже тяжелая. Ну, есть смысл ее пройти, если ты идешь до конца уже. Если ты... Ну, а идти до конца, это или идти назад потом пешком опять же, чего совершенно мы не хотим. Или там спускаться 3 километра до парковки, там взять такси и вернуться к месту старта. Нам это тоже не подходит. Поэтому мы решили пройти 3 туннеля и вернуться назад. Вот отсюда вроде как дно видно. Опять же, будет его видно или не будет, не знаю. Итак, ребята, мы прошли 4 туннеля. Дошли вот так, до такого вот места и решили вернуться назад. Дальше, наверное, будет точно такой же путь. А, расщелина. Ну, виды немножко меняются, но те же горы, те же лощины. Так, да, я забыл сказать за время. Сейчас без 5:10. Начали 8:30. Итого мы прошли 1,5 часа. Мы были в пути. Ну и сейчас назад нам предстоит, я думаю, 2 часа. А может даже и больше. Потому что назад будет больше подъемов. Tornerò al cane, ho detto ci vediamo presto, mia madre pane e affetto gli darà, ho dato acqua tanta alle mie 4 piante, poi si vedrà. Ho la pelle che suda ma curiosa e furtiva, io un po' qua e là, le uniche radici che permettono di metterci. Thank you.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Hey. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme.